В 2018-м второй этап репетиционного тестирования претерпел некоторые изменения. Они коснулись возможности прохождения испытания. Если раньше проверить свои знания можно было только посетив аудиторию аккредитованных вузов, то теперь решать задания можно, не выходя из дома. В феврале на сайте Республиканского института контроля знаний в разделе «Дистанционное репетиционное тестирование» будут размещены варианты тестов по 15 учебным предметам. Причем отдельные дисциплины можно сдать как на русском, так и на белорусском языках. На сайте РИКС будут вывешены тестовые задания, соответственно, решив которые, абитуриент может видеть сразу же, в общем-то, свои результаты. Репетиционное тестирование, оно в некотором степени помогает психологически подготовиться к тому, чтобы достаточно успешно сдать экзамен. Естественно, вот эти вот три этапа, которые мы проводим, они, в общем-то, помогают ребятам в своем, закалиться, что ли, для того, чтобы, в общем-то, уже на централизованном тестировании показать свои лучшие результаты. Однако внедрение новинок не скажется на качестве проведения репетиционного испытания в бланочном варианте. Оно по-прежнему будет осуществляться на платной основе согласно запланированному графику. Второй этап репетиционного тестирования, как показывает практика, отличается большей оживленностью. Он собирает тех, кто хотел бы посмотреть уровень и качество своих знаний, а также разобраться с технологией заполнения бланков и формой проведения испытания. Требования, которые будут предъявляться ко второму этапу, как и последующему третьему, они, в общем-то, не изменяются. То есть, опять же, обязательно наличие паспорта, обязательно наличие оплаты. То есть, соответственно, оплата составляет, еще раз напомню, это 7 рублей за один предмет. Соответственно, черная гелевая ручка обязательно должна быть в этом наборе. На такие предметы, как физика, химия, калькулятор. Проходит второй этап репетиционного тестирования на протяжении января-февраля. Организаторы пробного экзамена определили даты его проведения таким образом, чтобы любой желающий мог проверить себя и свои силы по отдельным испытаниям. Очередной завершающий этап репетиционного тестирования пройдет в Беларуси в марте-апреле 2018 года.